Правительство Таджикистана подписало соглашение с китайской компанией Криса Ресурс Лимитед и ООО Покрут о разработке месторождения Покрут, которое находится в пределах золотоносного пояса Тяньшаня и проходит через Таджикистан, Кыргызстан и Западный Китай. Китайской компании была выдана лицензия на разработку месторождения по добыче драгоценных камней и золота до 2030 года. Кроме того, соответствующий договор был подписан в Душанбе между представителями китайской компании и председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддином Кахарзадой. Напомним, что на сегодня уже больше половины добываемого золота в Таджикистане приходится на иностранные компании. Следует также заметить, что ислам урегулировал такую сферу жизни человека, как экономическую систему. И закон шариата относительно полезных ископаемых гласит о том, что они являются общественной собственностью и принадлежат только народу. И даже законный правитель не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению. Данный закон опирается на следующее высказывание пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане являются совладельцами в трех вещах ⁇ в воде, пастбищах и огне, Абу-Дауд. Кроме того, ислам запрещает господство иностранных инвесторов на землях мусульман. Так, например, в проекте исламской конституции, которую подготовило одно международное исламское движение, в главе экономическая система приводится. Статья 165. Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев.